Всем доброго дня. Сегодня заехал с утра в Матвеевск. Помидорчики, вот огурчики по 60 рублей. Есть и зелененькие, красненькие. Огурцы по 60. Бери, не хочу. Также тут у нас еще вот помидоры есть по 90. Огурчики по 85. Картошка по 35, капуста 35, морковка 35, лучок 35, свекла 50. Что-то все у них по 35. Также орешки. Что тут еще у нас есть? Выпечка. Выпечки полно. Трубочки. Наверное, сгущенки вареные. Сочники. Мясная продукция. Также есть знаменитый кефир. Блин, жалко. У меня дома кефир есть. Молочко матвеевское. Кашку варить. Сметанка. Масло сливочное. Творожок. Творог. Творог, по-моему, есть у меня дома. Творог у нас. Ладно. И зеленушка еще у них. Как бы вот так. Ладно. Тут у них еще я видел это. А, нету уже. Ладно, все, всем спасибо, всем пока.